6 июня, еще 5 утра нет, уже вон сколько, 25 градусов, ох, палево будет. Ну что, разведка у нас сегодня, взяли мы лодочку и решили по новым местам проскочить. Сегодня у нас разведка. Так, вот еще один разведчик. Разведку боем бы. Ага. Да и я стульев набрал этих. На, да хватит. Хватит мне одного. По трассе 19 уже градусов идем. 5.20. Славянск. Светик такой. На Кореновск идем. Боря, улыбайся. Борь. Разведка боем. Два разведчика. Много лет там не были. Что сейчас там? Разведаем. Да, там не были. Москва 1300, Ростов 230. Прибыли в красивые места. Тут дамбочка, вода перетекает туда. А здесь джунгли какие с островами. А здесь далеко вот этот участок? Какой? Ну вот этот. Это ж кусок реки? Да. Ух ты, тут вон вытекает как мощно. С того водоема на этот. Да, да, да. Вот тут должен быть этот. Сережа. Кто? Туда должен быть. А тут. Прям тут? Да, да, вот на этом мелочевка. Здесь будет мелочевка рисоваться, и он будет. Вау, какие заросли красивые. Джунгли прям. Мужик, то есть тут были решетки. Вот там он стоит еще угол, сетки сняли, а угольник еще стоит. А на той дамбе полностью сняли. Ну то дорожники они же там копали. Вот прибыли мы на точку. Мы на точке. Красота неописуемая, просто неописуемая. Если будет еще рыба. Вообще. Вообще, ты рад? Борь. Сейчас мы. Боря тут когда-то бороздил этот океан. Много лет назад. Ну вот поговаривают мужики, что рыба есть. Проверим, вот водоем, заманушка. Вот здесь вот заманушка, здесь мело. Мель. Мелко, да? Миляк. Вот тут пройдем и до дамбы. Начинаем расклад. Боря, как король в кресле на троне. Начальник дежурный. Лодка. Ну, скарбу у нас дофига. Катамараны. Сейчас лодку собираем. И в бой. Давай. Собираем. Вот это носик. Носик. Сейчас жопку на болты к нему раз. Вот. И вот так. Хоп. Ну, болтики готовы. Погнали.
началось в колхозе утро. Утопил я свою зеленую палку от эхолота. Но я ж хитрый, я придумал такую вещь. Палка-заменитель. Сейчас вот так выстрогаем. Вот так вот. Вот так попробуем. Хоп. Воткнем как-нибудь. Вот так, допустим, раз. Изолентой прихватим стойку. Тут я проволоку накрутил. За борт зацепим. Ну на, она выскользнула с сумки и за борт. А тут глубина 2 метра как раз. Надо же попасться так. Без эхолота никак пока. Надо же изучить ямы. Вот сюда ставим. Нормально. 1,80 м. Тут даже травка есть красивая. Ой-ой-ой. Так. 5 метров от берега. 2 метра. 2,40 м. О, 2,5 м. Травка красивая какая для засады, для хищника. Что-то траву зацепил, что ли? Траву зацепил. О! Вот только одна проблемка, что растет это хорошо, а что много, проблемка. Будем искать прогалы. Ну что у нас тут? О, и крупные пипикают. 2,30 м. О, 2 метра. Что еще тут? Так, вода 27 градусов. Вообще купаться можно. Вот еще и рыбок отбивает. Где-то тут рыбки возле дна. А возле дна это хорошо. Это может быть судачок в засаде. Почти 2,5 м, 2,20, 2,40. Вот край ямы. Вот тут она идет. Ну-ка, ну-ка. Сейчас проверим. Рыбки ходят. Вот раз, два, сюда пошла. Пипикают. Ну. Неизвестно, есть судак или нет. Вот. Будем побомбим, разведаем. Местные говорят, что есть. Вода еще теплее стала. Было 27,3. Стало 27,8. На полградуса. Был уже, подводил, вот так вот маленький судачок выскочил, мелкий. Пугнул мой твистер. А так очень много травы, серединка фарватер, по краям 1,60 м, 1,80 м, середина 2,2, 10. Вот такое вот.
Ну, есть рельеф, и рыбу пикает. Так что место перспективное. Только надо исследовать. О, вот рыбку пипикнула. О, вон рыба пошла. О, 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 о. Вот прям показывает, вот они рыбки. Подо мной ходят. Рыба есть. И красотища вокруг есть. Надо разведать свалы, где может стоять судачок. А судак есть. И крупная рыба какая-то ходит. Шикардос. Обалденно.